Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth. А давайте-ка мы пройдем, что на харде случайным персонажем. Это Самсон. По-моему, персонаж более чем комфортный для прохождения, ну сейчас увидим. Ну, напоминаю, что если его слегка побьют, у него повышается урон по противникам. Это хорошо. Bloodlust. Бешенство. Вот эти точно побьют. Таким образом, можно чуток получить урона, съесть пару сердечек обратно, чтобы вернуть здоровье, и всех дамажить. Адским дамагом. Самсонским дамагом. Дамаг повысился. Странный, конечно, уровень. Ну, в смысле, комната. Сейчас нам еще дадут мега-артефакт, который вообще затащит всю игру. Вот всю. Вот это хорошо. Теперь все пилюли будут исключительно позитивные. Теперь бы еще какой-нибудь пилюли-генератор, что ли, прикупить. Дайте что-то. Мы зашли сюда. Не дадут. Я их знаю, они такие. Значит, теперь можно больше пытаться взрывать грибов, из них выпадают пилюли. Ну и, собственно, покупать можно пилюли. Было бы за что. Где наши деньги? Деньжищи, деньжулечки. Монетки, монетки, монеточки. Оу. О нет, стоп, 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 стоп. Как оно тут двигается-то? О нет. И бомб нет. Ого-го. Одна бомба, если ту не взять. Ну ладно. Дингл. Дингл, ах ты. Мерзкий двигающийся комок. Чего-то. Понятно чего. Шоколада. А и правда. Что тут не стреляет, только бегает. Какой-то он неправильный. Вот она, это самая хитрая морда, когда он стреляет. Сейчас сразу после свистка у него сразу выстрел. Повышение здоровья. Вот просто так и все. Бомб, конечно, мы не нашли. И да. Жаль. Вот что-что, а бомбы, да, помогли бы очень. Ну, ладно, есть одна идейка. Давайте попробуем. Попробуем получить бомбу. В комнате с жертвоприношением. Дайте что-то. Дайте что-то. Ну, что-то дайте уже. А вот и бомба. Теперь попробуем взорвать там, что можно взорвать, чтобы добраться до другой бомбы. И, по-моему, там что-то еще. Монетки всякие, сердечки. Вот как-то так. Вот сюда вот. Хать. Вот и хорошо. И камень. Надеюсь, с крестиком там сердечко будет. И прекрасно. 8 монет, ну это, конечно, немного. Посмотрим, что мы можем найти. Опа, он застрял. И стой там, вот и хорошо. А мы пока обыщем нижний вот этот вот ряд. Ах, да.
Не очень-то мы тут что обыщем. Ну, давайте взорвем. Может, тут секретная комната, кстати. Да. И сердечко. И монетки сейчас будут. Ну, хотя бы тут. Ай, да ладно. Так ли была необходима вот такая секретная комната? Ну, 8 монет есть. Может, что дадут за 8-то монет? Неведомая пилюля. Пилюля. Неведомая. Ага. Которая спит... А, увеличение скорости. Хорошо. Я за хоть что-то. Так-так. Curse of the Lost. Мы не видим карты. Ну, ладно. О, пилюля. Пилюля. Ну, пока нет. Пока мы ее не трогаем. Пока. Просто пилюля, это, конечно, пилюля, но лучше найти камень с крестиком. Там наверняка что-то хорошее. Пилюля мы даже и не знаем. Ну, она тоже, в принципе, позитивная. Может, вообще супер позитивная. Но там пока подойдешь, там эти все перемолют. Камни-то с шипами. Ух ты, сколько же их тут. Что-то их много для одной маленькой комнаты. Ну ладно. Хоп. Ну, пилюля есть, хорошо. За 7 монет можно взять увеличение дамага, но оно же и усложняет боссов. Он не так серьезный уже. И все, тут как-то магазин-то не очень. Ну вот так. Оказалось, тупик. Что-то, ну, не монет, ничего. И пилюля, которая еще... Там еще... Да, там ее еще, эту бомбу, сдвинуть 3 раза. Бада-бум! Так, валить отсюда. Валить из этого нехорошего места. И как вот это все теперь... Вот, а вот так, подбежал, забежал. И оказалось, это эксплозивы диарея. Ну, даже и не знаю. Ну, ладно, мы попробуем, если вдруг попадется там камень с крестиком или что-то вот такое, где можно взорвать бомбой. Попробовать взорвать этой самой эксплозивы диареи. Но да. Это как-то не весело. Вот, камень с крестиком. Вот, пожалуйста. Хоп. Вот и взорвали. И бомб получили. Прекрасно. Так что эксплозивы диарея не так-то и плохо. Ух ты, елки-палки. Что-то много их. Все не по-детски, все по-взрослому. Карту не видно. Ну, вообще-то надо бы слегка, чтобы задамажили нашего персонажа, чтобы он тоже ввалил их не по-детски. О! Да еще разок, давай, сильнее их жги! Ну вот, другое дело. Ну вот и последний. Из этого все аж целый ключ дали. Ну, ну хорошо. Так, это гадкий черный слизнючоныш.
Вот скотина. Специально отодвигает наше сердечко подальше. Ну, бомбу в смысле. От камня с крестиком, где сердечко? Гадкие пауки. Гадкое тут все. Вот оно какое. Вот. Ну вот. Самое главное, это пропустили комнату с артефактом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо так я сделал. Ну ладно. Ха-ха-ха. Что? Еще остался. А, ну да, фекалька. Да все фекальки. Нам нужны деньжищи. Что-то, правда, как-то не сильно они находятся. Да, ёлки-палки, где же тогда... Где же тогда наш артефакт лежит? Опаньки. Че ж он сразу не попался, этот вот фекалька? Это мы бы уже с этих фекалий набили деньжищ-то. Ого-го, сколько. Мы их ого-го сколько пропустили, получается. Жалко. Что ж такое? Что тут? Этот был. Что тут, что ли? Я и тут был. А как? Где ж тогда? Ах, вот. Почему сразу неизвестно, что вот там это артефакт? Пойди да возьми. Приходится возвращаться по пути, нервничать. Так. Это что? Мистер Мега. Тут нам еще бомб подкинули чуток. И вроде там что-то... Какой-то особый дамаг от них идет. Но это... Ну ладно. У нас столько сердечек нету, чтобы вот их тут сдавать прямо. Давайте лучше взорвем эту штуку. Получим хотя бы монетку. Так. И... Я что-то не совсем помню, а где босс? Ах, да. 4 монетки. Мы сейчас вот этого чувака взорвем, а еще и автомат. Вот. Уже монеток. Ай. 7. Ну, что терять-то? Что терять-то? Возьмем эту штуку. Damage и challenge up. Мы что? Слабаки? Конечно, нет. Тебе надо было пилюлю взять. Ну, ничего. Мы прорвем. Не прорвемся, а прорвем их всех. Вот так. Порвем, а потом прорвем два раза. Да, это же Самсон. Тот самый. Силач и все такое. Да ладно, там не было камня с крестиком, нет. Так. Где может быть секретная комната? Давай. Прелестно. Как бы это сказать? Она-то секретная, но... Это одна из самых бесполезнейших секретных комнат. Вот хотя бы поэтому. О. Вот какая это? Самая секретная или простая секретная? Непонятно. В общем, ну и... Да. Монстра, значит. Ну, пока тут челлендж ап я не вижу такого, что прям повышение сложности, потому что мы взяли, купили пояс чемпиона.
Вот если было бы два монстра, это было бы челлендж ап. Так простой монстр даже не красного цвета. Но, возможно, это пока... Пока игра не поняла, что происходит. Зато нам повышают здоровье. И дамаг. Вот это мясо. Самая классная тема. И дамаг, и здоровье. Вот только бы его и брать. Дохлая кошка. Дохлую кошку оставь себе на обед. Ты понял? Вообще обнаглел. Это всего-то третий уровень. Ну ничего. Ну что, глянем, что тут. О как. Не, ну, весело, конечно. О как. Пошел вон. Пошла. Пошло. Ну, чуть-чуть мы, да, добавили сердечек. Ну, не так, чтобы много, но хоть чуть-чуть. Надеюсь, что мини-боссы будут мини-боссами, а не сложными мини-боссами. Так, не, вот эту штуку мы не берем. Почему? Потому что пока встречается фекалия, а у нас артефакт как раз фекалия. Вот мы будем искать в них золотишко. Золотишко будем намывать. Опять нам предлагают... Ну, если бы где-то была комната с кучей сердечек, тогда можно было попробовать как-то с этим разобраться. Ух ты, елки-палки. Ух ты, палки-елки. Все классно, только вот это не классно. Да что ж вы за... Нелюди, такие нелюди. Вот вам. Вот. Плохо, ну ладно. Капец. О, пилюлька полезная. Вот это хорошая. Бело-синяя пилюля, надо больше их. Еще как минимум две. Ай, нужен пилюли-генератор какой-то. Или что-то, ну, в общем, чтобы было больше пилюли. У нас от них всякое хорошее. Ненужная вещь вот это вообще. Поэтому мы, конечно, ее возьмем. Потому что другого ничего на пробел пока что нет. Это штука, которая позволяет взрывать бомбы по заказу. Парализис ни о чем. Но тут мы тоже взорвем все-таки. Это хорошо, можно отбежать от бомбы или увернуться, если она куда-то не туда попала. Так, так, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ой, нам открыли секретную комнату. Халява, сэр. Вот это получше будет секретная комната. Пусть даже тут отстой какой-то. Ну, это отстой, скажем прямо. Но! Хотя бы не просто пустая... Ах да, пробелом. Мы же пробелом дамажим. Ладно, пошли искать магазин. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, вот это плохо. Ай! Получите. Шах и маст. Маст. Маст дай. Вот они кто. Так, жемчужина. Но... Нет. Нет. Нет, нет, нет. Да то, если нас дамажнули, то повысился и у нас дамаг по ним. О как. Ой-ой-ой. Гадский хоровод из гадских мух. Ну ладно. А ну и ладно. Ну, там куча грибов. У них наверняка куча чудеснейших пилюль. Но, увы, мы туда попасть не можем никак. Ну, был бы полет, но нету. Ну и классно, муха сработала. Парочку выстрелов от пауков пресекла. Ой, блин, да что это за... Что за жесть-то за такая? Ой. Нормально.
Ну, из того, что есть, мы тут... Ну, что мы тут можем купить-то? Компас. Ну, вещь такая. Хорошая, нужная, но... Пилюлю. Еще пока не можем, кстати, купить. Но, пожалуй, придется вот поступить по-хитрому опять. Бадабум. Купим пилюлю. Спидап. Опять спидап. Да сколько ж можно? Так, итого. Артефакт мы нашли. Магазин нашли. Секретную комнату одну нашли. Где-то еще вторая. Возможно, она тут. Да ладно. Во, а вот и, пожалуйста, челлендж ап. Теперь двойной босс. Он-то и одинарный, так не сказать, чтобы прост. А тут двойной. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это ненависть. Чё это такое? Shot speed damage up. Отлично. Еще серое сердечко. Ну, более-менее. Так-то красиво, но сейчас он пройдет на следующий уровень, у него дамаг спадет. Посмотрим, что у нас там по дамагу творится. Curse of Blind. Опять мы не видим артефакты. Ну, дамаг более-менее, думаю. Это все, конечно, можно взорвать и подобрать. И монетки тоже, а чё ж? Чё ж нет-то? Единственный минус, что мы не видим, что мы покупать будем, если, конечно, мы будем что-то покупать вообще. Ах ты сволочь. Нет, ну все хорошо, нам дамаг увеличил. А чё сюда не пускают? Вон, ведь вот так. И так не пускают? Ну и сами виноваты, что мы в ваш бой не пойдем. А, ладно. Оп, стоп. Значит, тут все просто. Главное, на шипы не попасть. Ох. Вот это мы не получим, скорее всего, и не надо. Ну вот и монетка. И да ладно. Еще мухи. Всем монеток. Если там будет в магазине скидка, что-то можно будет купить за полцены. Если там она будет, если мы найдем магазин. В общем, много если. Ой-о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 й. Что ж такое-то? Сейчас нам артефакт дастся такой, что просто закачаемся. Какое-нибудь супер увеличение дамага. Такое квадрошот какой-нибудь. И это 10 бомб. 10 бомб. Обалдеть, как классно. Это сарказм. Ну, теперь-то мы сейчас что-то в магазине зато прикупим. Неизвестно, что вести мы. Ах, да что ж такое-то? Сколько можно попадать-то по нашему чудесному персонажу? Черная помада. Evil Up. Не знаю, зачем это надо. Пока пусть фекалия побудет. Тут целых два артефакта и оба два по 15 стоят. Ха-ха-ха. Бдынь. И даже так у нас немножко не хватает. Две монетки. Ну, а вообще можно же еще набить отсюда. А, да? Можно? Вы не против? Тихо только. Не рассказывайте тому, кто их туда ложил. Ну что, давайте возьмем вот это. Пигги Бэнк. Значит, это если нашего персонажа дамажат, появляются денежки. Ну, это хорошо. А что насчет второго за 15? А я не знаю, что это. Не знаешь, да? Нет. Давайте еще повзрываем. Ну, вообще-то так 15 можно будет... Ой. Давайте мы пока походим, до конца дойдем все, что есть. А там, может, деньжат-то получится побольше. Ну, так вот. Что-то возьмем другое. Да, в смысле, не надо будет все время взрывать, тратить бомбы на вот эти... На автомат для пожертвований.
Ну, конечно, неплохо найти секретную комнату. Ну, как всегда, это было бы неплохо найти секретную комнату. Но у нас нет бомб, но у нас нет того сего. Ну, обычное нитье, а вы в курсе, что такое, а? Two of Hearts. Удваивает количество красных сердечек. Ну, это классно, конечно. Опаньки. Вот тут бы их каким-нибудь таким одним большим взрывом бы и накрыло. Но нету. Ох. Чё он не оттолкнулся вверх сюда? Вот где можно было попробовать взорвать, вдруг там была бы секретная комната. Ведь вполне может быть, что вот тут вот слева. Где-нибудь здесь. Секретная комната. И таки да. Три монетки, хорошо. Прекрасно. Три это хорошо. Еще 6, и мы сможем купить что-то в магазине. Ну вот, бывает ведь и так. Давайте попробуем, вдруг тут есть пилюльки. Нет. Ах, нет, ну нет и нет. Вот тут монетка есть. Ее можно взять вот как-то вот. Вот это было сейчас филигранно. Без потерь. Но я-то надеялся, что на шипы нарвется, еще монетки посыпятся. Ну ладно. Сердечко. Ну, пока не надо. Пока. А секретная. Секретная. Ну, где? Ну, может тут? Ну, значит, тут. Ну да ладно. Бросьте вы эти шутки. Шутить тут точно не должно быть. Тут. Да ладно, ну. Тут точно нету, хорошо. А тут поди ж пойми, что есть вообще. Опаньки. Да выпендривается. И что ж нам дадут? Reusable Ranged Bomb. Ну, даже вот это, пожалуй, лучше будет, чем то, что там предлагали. Взглянем, что тут творится вверху, а вверху творится. Вот здесь вполне может быть секретная комната. Вот где-то тут. Хап. А, ну нет. Ну, нет и нет. Значит, нам надо еще 4 монетки. 4. На букву Ч. 4. Сейчас, может, нам все-таки бой откроют. Было бы хорошо. Да бог его знает, где эта секретная комната. Но монетки надо. Монетки надо. Окей. Хорошо. Хоп. Ай. Ну и одну там, наверное, задамажим бомбой. Ну, что уж совсем. Здоровье-то терять-то. И ты еще непонятно, что мы там такое возьмем. Наверное, что-то, что просто невероятно поможет. Вот. И это... Красная свеча. Да. Не, ну, лучше, чем вот эта бомба. Хотя, вопрос спорный. Окей, окей. Идем к боссу. Где там босс? Ох, все обходить. Ну, бог его знает, где тут чё? Чё тут где? Ай. Бомб не так и много. Не будем их тратить. Вот так пойдем к боссу, с чем есть. А это Гюрди. Это хорошо. Гюрди это классно. Сейчас мы с этим всем разберемся очень быстро. Да-да-да. Сейчас мы его пробелом жахнем. На тебе. Прикольно, да, вот этот?
Свеча-то хорошо дамажит. Неведомый артефакт. Сквизи, Tears Up. Что такое сквизи? А, это там такая, типа, непонятная штуковина. Типа, куколка. Так, ну что нам за этого дадут? Было бы хорошо, если камушек. И это... Камушек. И это ранчап. Отлично. Камушек прекрасный. Это хорошее такое серьезное увеличение дамага. Ну, было бы неплохо и башку Карампуса, но у нас уже на пробеле свечка, которую мы все-таки купили. Не терять ее было бы как-то нехорошо. Еще может быть два магазина. Ну, наверняка в одном из них будет жадность, а во втором супер жадность. И мы ничего не получим. Вот как-то так. Как, никаких проклятий нету? Странно, это подозрительно. Вот это подозрительно и странно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты! Наводящиеся выстрелы. Это не жирно ли им? Надеюсь, босс будет не хаунт. Я его так не люблю. Не перевариваю. Сволочь, да? Слышишь, сволочь, да? Но зато уже 9 монеток, так что, в принципе, мы можем... Пин, что ли? Кто тут? Пин. 3. Целых 3 пина. Какая-то прям... Трио. Червивое трио. Трио братьев червине. Минус 1. Хорошо, и еще один. Где ты там? Целый ключ дали? Воу. Ну, конечно. Вот и жадность. Ой, да ладно. У нас и так этих денег немного. Они еще их выбивают. Да хватит. Слушайте, ну. Нет, ну. Классно, что мы повышаем дамаг, но... Во, скидка в магазине. Магазин-то будет всего один. И если там не будет супер жадности. Ух ты, елки-палки. Ух. Где-то тут секретная комната. Вероятно. Нам-то еще. Нам надо найти артефактную. Ну, все бы пообыскать, там, может, где-то игровой автомат и еще чего-то. О, как. Как-то так. Two of Diamonds. Утваивает количество денег. Пускай. Все, тут тупичок. Ничего нет. Типично. Так, нам нужен магазин. Та-та-та-та-та-та. Скажите, как его зовут? Ма. Та-та-та-та-та-та. Эга! Тара-та-та-та-та-та-зин. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту. Да, это глупо. Уф, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух. Во как. Ключ нам нужен, так особо, чтобы и не нужен. 4 есть, этого, думаю, на 2 уровня хватит. Если что-то особое, не найдется. Ух, как-то...
работает, да. Опять эти ключи, вот, чтобы не тратить, как они это поставили специально, чтобы именно потратить зря. Два ключа на 6 бомб. А поменяем, чё? Каких, даже 8, что ли? Это круто. Так, мамашин смех, это не к добру. Эй! Куда вернула? Ничего себе! Какая наглость! Хотела вернуть, а? Ну вот. Ключики-то возвращаются. Хорошо. Опять же, вот похоже, что вот тут, возможно, секретная комната. Или ее там нет. Вот мы и пробуем сразу. Нету. А жаль. Так красиво выстроена была теория, что вот тут все. Может, она тут. Ну, вот тут есть... И это просто деньжата. Просто, не просто, а деньжата. Денежки. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот как тут, вот, как вот это взять? Вот это как взять? Как хочешь, так и бери. О, понял? Никак. Вот этих вот, запихать их на шипы их запихать. Все, и вот этого тоже чувака на шипы их, вот, прекрасно, их слезы отпихивают на шипы, они там дохнут. Прелестно. Гурлингсы. Гадкие создания. Из самейших глубин ада. Ну, или зада. Хорошо, хорошо. Блин, сколько черепов. Ай, найти бы руну, которая все это могла бы уничтожить одним мановением руны. Пропадай быстрее, там монетку взять. Руна была бы хорошо. Ну, нету. Но хорошо, но нету. Ёлки-палки. Это плохо. Да пошли вы вон. Да сколько ж можно, ну серьезно. Вот это плохо, это вот действительно ужасно. Вот где-то было сердечко. Хоть так. Да. Теперь как-то, ну не знаю, повзрывать этих черепов. Ну, сердечко. Ну, турелька. Прекрасно, турелька выносится с одного выстрела. И это классно. Джокер. А ну-ка, пойдем к Джокеру, что нам даст. Предлагает гвоздь. Гвоздь. Гвоздь? Это форма демона, которая перезаряжается. Сам ты гвоздь. Гвоздь, да, нормально. И все, в принципе, ну что, ну давайте еще вот тут два черепа вместе, они как бы можно задеть. И черное сердечко. Отлично. Пилюли. Классно. Артефакт. 99 бомб. Так, давайте смотреть. Секретная комната. Мы одну нашли, одна где-то около босса. Берем ваши 99 бомб. Ну, серьезно, это как-то... Ну, как-то уж совсем не так. А, да. Ой, блин, рейнчап. Ну, вот теперь надо все это потратить, чтобы вот так вышло. Короче, не хочу его брать. Кажется, пополнение здоровья, вернее... Не пополнение здоровья, что там было, господи ж ты мой. Такая желтая какая-то, другая, желтая и... В общем,
Это не оно. Все. Успеем, успеем, успеем. Успели. Ух ты, елки. Ух ты, палки. Мало того, что колобки, так еще и эта гадость стреляет. Да ладно, бомба что ли? Серьезно? Они бомбы дают? Боже, вот это щедрость. А, ну да, что ж тут должно-то быть? Ну, все равно мы ее потратили, так что... Ай. Теперь к боссу только остается. Стоп, тут сердечко. Отдайте сердечко. О, хорошо. Еще раз босс. Не тут, не тут. Босс, босс сюда. Можно, конечно, теперь обыскать всю секретную комнату, найти ее где-то. Но ведь можно и не найти. Фух. Тут секретной нету. Вообще вот тут. Вот здесь. Может быть? Ну, быть-то может, но нету. Хорошо. Давайте тут посмотрим. Вот, например, вот здесь. Или тут. Ой, да ладно. Это ж как теперь ее искать-то? Так, вот где-то... Где-то вот тут. Ну, тут, тут ж попробуй теперь найди. Ну, или тут. Ой, да ладно, ну... Пыши. Где-то тут, может быть? Я уже тут пробовал, да? Ну или здесь. Не может быть, потому что да. Значит, например, тут вот. И тут. Да, короче. Разбираться. Опаньки, два. Да хоть четыре. Да-да-да, вот еще подомажьте нас. Узрите силу Самсона. Что такое? А это что? Скорость и дальность стрельбы. Хорошо. Это все классно, конечно, но... Вот что мы еще взорвем черепа. Теперь можем вообще все взрывать. Вот, пожалуйста, вот, полезная. Вот и руна. Ансус, что? Вижен. А вот покажи нам, руна, где же была секретная комната. Где ее искал и куда нас привело. Это, а вон она где. Все-таки у той большой... Ну, раз уж мы знаем, где надо пойти и забрать. Ну я ж правильно шел, вот в эту сторону, все логично было. Ой, все полезные пилюльки. Tears up. Давай, давай, давай. Speed up, хорошо. Еще speed up. Синенькая эксплозива диарея, понял. Range up. Ну, возьмем эту диарею, эксплозивы. А, хотя нет. Зачем она нам надо? Ну и пошли дальше. Уоу. Ну, хотя бы скорость увеличилась. Хоп. Так. Возможно, все-таки тут будет магазин. Ать. В бой-то и не пустили. Тыщ, 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 тыщ. Ты тыщ. Ну вот. Раз уж делать-то нечего. Ха. Хоть бы монетку дали. За костер-то. Так, мухи и мыши. Сволочные создания. Почему этот вот помощник не среагировал, когда надо? Было. Ой-ой, ой-ой. Ну, капец какой-то. Ну, хоть камень с крестиком, да, 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 давай. О,
ну даже... Ладно. Ладно. Нет так нет. Ой. Опять чап. Вот сволочь. Укусил таки. Ну-ка. Вот так как-то они все лопнули сами. Я тут ни при чем. Нет, я их не трогал. Хорошо. Чисе. Чисе. Куду. Убуду. Вот. Игровые автоматы. Глянем, что за. И тут попрошайки. Прикольно. Попрошайка за деньги, за ключи и за сердечки. Конечно, вот эти бы автоматы бы неплохо бы окучить. Но для этого надо иметь где-то под рукой комнату с сердечками. Чтобы получить таки плюс один, плюс одно красное сердечко. И возможно, что-то там можно получить у попрошайки за деньги, но... Но для этого надо иметь поблизости комнату с сердечками. А ее нет. То у нас есть куча черепов. Мы их будем кучно взрывать. А еще можем искать секретные комнаты, хоть обыскаться и всех. Хай приезд, хорошие. Кстати, мы можем использовать Two of Hearts. Ну, это же можно использовать и где-нибудь на мамаше. Которая вот-вот-вот будет. Вот, даже мы подошли уже и к боссу. Блин. Значит, что за ключ? Мы можем получить ключ, монетку, половинку сердечка. Все, классно, еще ключ. Ай, ай-яй-яй. Уж очень он шустрый стал. Ну. Отлично. Черное сердечко. Ну, полежит, пока перед мамашей возьмем. Главное не забыть, а я ведь забуду. Еще секретные комнаты. Где-то есть, где-то должны быть. Вот, даже тут. И таки да. Игровой автомат на деньги. Это хорошо, наверное. Осталось найти... Вот, хорошо. Мы нашли артефактную комнату. И где-то еще есть магазин. О, значит, это тот, который красные сердечки на серые переделывает. Это хорошо. Какой помощник хороший. Ну, лучше бы, конечно, того помощника, который лазером, не лазером, а серый. А лучше вообще просто серую персонажу дать. Вообще было бы классно. Да ладно, супер жадность. Все деньги теперь... Ну, куда их девать? Да ладно. О, еще и 25. Короче, это капец. Это какой-то шлак. Нас обижают и придется... Ну что, придется их проигрывать в автомате. Я серьезно. Я вот это вот... Я тут просто вот так вот. Все вот. Просто вот так вот. Все просто вот. Нехорошо так. Так не надо. Что, вот зачем это все? Зачем этот... Комната ведущая, никуда, и никого там нет, и ничего там нет. Знаете, там что-то может быть. Я так подумал. А ведь там может быть какой-нибудь хитрый ход в секретный уровень. Где-то под камнями. Или... Ничего там не может быть. Это же надо? Вот, вот. Да. Это же надо. Ну, окей. Просто толстячки. Еще раз, Two of Hearts. Хорошо, можно все-таки использовать на игровых автоматах.
Так, ох, ёлки-палки. Ох, эх, палки-ёлки. Он сразу это не использовал-то. Гадкое создание. Все, у нас 99 монеток больше, что идти играть на игровой автомат. Ага, камень с крестиком. Ну вот так, да. Вот тоже. Ну, казалось бы, тут должна быть секретная комната. А вот нет тут ничего. Подождите, а где был еще игровой автомат? В секретной комнате, конечно, где он мог быть. Поехали. Нет, 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 вначале мы пойдем в простые игровые автоматы и попробуем вот, вот. А не, не это я хотел. Ну ладно. Зачем ты взял их? Вот этого чувака развести на деньги, на что-то хорошее. Главное, чтобы это был не Боб. Ключ. Ага, вот отлично, повышение здоровья. Теперь тут что-то надо с вот этими ребятами как-то разобраться. Вот у нас есть 4 сердечка. 4. Между прочим, тут нигде больше сердечек и не видать. Хорошо. Давайте попробуем вот этому козлу скормить. Так, 2 of hearts. Используем 2 of hearts. У нас остается 5. Что он нам даст-то? Какую-то ерунду. Ай! Wealth battle, в общем, какую-то... Какую-то хорошесть. Хоть ерунду. Теперь пойти взять карту Two of Hearts, чтобы сердечки пополнить можно было для работы с автоматом по сдаче крови. Но! Туда лучше пока не соваться, потому что... Потому что надо вот сюда. Вот, давай. Давай! Вообще ничего нет. Не-не-не, это наше сердечко. А тут уже ломанулся, типа, сейчас заберу. Ладно бы он сразу превращал в серые сердечки. Так он пока 3 целых не съест, красных. Так вот. Серого и не жди. Опа. Вот такое. Ну, в принципе, все. Туда идти и не стоит. К игровым-то автоматам. Вот, давайте один из них взорвем. Ну, это классно, что куча денег, но... Это немножко не то, чего хотелось бы получить. Ладно, давайте попробуем. Тут что-то... Ты что дашь? Давай уж, что нам терять-то с тобой? О! Вот это хорошо. Защитная гало из мух. Теперь у нас защита именно по выстрелам отличная. Ну что, ну да. Давайте что? Нет, мы не будем тут ничего уже сдавать. Используем карту и уходим. Тут еще какая-то карта. Что за карта хоть? Хай приезд. И она как бы хорошая карта. Но против самой мамаши мамаша не сможет. Это она будет бить по нам еще раз. Ладно. Идем к мамаше. Ну, как-то более-менее, нет? Кажется. Ну, как-то так. Конечно, Самсон должен победить самого нечистого, поэтому берем черную. Черный слайд. Ну, и тут бомбы раздолбаем камень с крестиком, в котором мы обнаружим еще бомбы. Хорошо, то наши как-то просаживаются уже.
Так, теперь два уровня дома, Маша. Проклятие лабиринта. Окей. Ой, дамаг-то какой. Противный. Противный. Ой, ё-моё, лазерные пауки. Ненависть. Ненавижу лазерных пауков. Кто же их любит-то? Во-во-во-во-во-во-во. Так, ребята, что-то вы хотите? Они хотят нам повысить дамаг, но при этом нас укусив. Ладно. Ладно, сами просили. Ищите и получите. По щам они получат. У червей есть щи. Окай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это плохо, это очень плохо. Самое ужасное это вот эти лазерные, потому что от них защита-то и не работает. Ну ладно. Я же тут камень с крестиком. Еще повышение дамага. Прекрасно. Хотя, да. Нам бы еще получить какую-нибудь интересную защиту, типа там Holy Shit, что-нибудь такое вот. Тогда можно было нормально проходить, всех выносить. Тут-то мы взорвем. Он сожрал сердечки. Ах ты... Ну ладно. Значит, он нам даст серые как-нибудь вот-вот. В скорости. В скором времени. Окей. Дальше что? Мы потратим две бомбы, чтобы получить 4. А мы давайте их и потратим, чтобы получить 4. Ну почему нет? Ну дают же ведь. Дают, значит, так надо. Вообще нас перекидывает проклятие лабиринта черти куда, и поэтому я начинаю путаться по карте. Ты чё? Прыгает там своими каплями. Возвращайтесь обратно, откуда выползли. А, и чё тут есть? В бой не пускают. Сюда-то можно зайти. Да, мы потратим... Точно потратим 2 красных сердечка. А, получим ли что? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот так. Да ладно. О, вот как. Дверь с 2 ключами. Забавно. Там наверняка кубик. Это вообще-то весело. Кубик-тройка. Кубик-тройка. Сейчас я просто смотрю, что она означает. Так, кубик-тройка. Значит, что? Реролит все пикапы. Пикапы. Поднимаемые вещи на этаже. На этаже. Да бог его знает. Как по мне, вот это классная вещь. Уничтожение противника исцеляет нас. Это здорово. О, халявное сердечко. Да-да-да, сейчас бы он сожрал. И еще халявное сердечко мы его возьмем, конечно. А, я вот это. А теперь пусть пареролит пикапы. Не знаю, вот он, таблетка прилетела. Кирсап, я за. Все за. Может, там что-то где-то валялось. Вот, пожалуйста, вот. Ключик. Парализис. Ну, это такое, но все-таки. Может, еще где выпало что интересное. Открылась комната с боем. Вилка. Че, бомб? Монет не надо. Так, Локи. И вообще-то он не быстро убивается. Это плохо. Нет, ну нормально, конечно. Но вот зато чап вот хорошо вышел. Где там этот наш серый? Серый, иди жри, сердечко. Эй, а нам серое дать? Вот козел. Я не помню, что делает вилка. Consume the... Тай enemy. Сейчас я очень быстро гляну. After cleaning a room, you have a chance to heal a half of red heart. После зачистки комнаты на половинку красного сердца исцелиться. Ну, даже не знаю. Пусть пока побудет.
Других достойнейших я что-то не вижу артефактов, так что пусть будет это. А вообще-то, раз уж такое у нас прямо исцеление, прям невероятное. Короче, зашел, вышел, просто, ну, в общем, потерял то, что и было, получил обратно. Тут нету. Блин, ненавижу эти штуки. Фух. Фух. Так, какая-то странная штуковина, и она лопнула. И так, наверное, и надо. Ничего нет. Тут тоже. Тут как бы комната. Это нас перекинуло. Да, спасибо. Мамаша посмеялась. Да смеешься. Уже по ноге получила. Дальше больше. А че он фиолетовый? Типа эпический. Ну, его проблема. Секретная комната. Может быть здесь. Может не быть. А может и быть. И она тут есть. Хорошо. Но она какая-то унылая. Вот это та самая унылая комната, которая ни о чем. Ни о чем. Да капец, даже с них ничего не выпало, кроме пауков. Ну куда эти что? Монеты, да ладно. Девать их некуда. Стоп. Ох ё. Ох ё. Главное что, не паниковать. Вот это было паниковать. Монета. Зачем взял? Положь обратно. Ну да ладно. Так, опять монеты. Куча мух. Ой-о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 й. Да, вот это сразу надо было сделать. Ну и где наше исцеление? После зачистки комнаты. Зато. Тут есть босс. Значит, где-то тут, возможно... Может, тут. Ну, тут нет. Секретная комната. Вот здесь. Вот нету. Тут? Тоже нет. Ну, хорошо, тут нету. Тут тоже не должно быть. Ну, на всякий случай проверим. Значит, где-то тут. Так, здесь не должно быть. Здесь камень стоит, значит, не должно быть. Тут? И вот она. А мы как бы в ней были. Чё ты? Я опять перекинула. Значит, тут не должно быть, но проверим. Бомбы-то есть, чё. Окей. Ну, может, здесь... Опять ее искать, не обыскаться, эту комнату. Так, вот что-то мы подлечились. Вот здесь, наверное. А нету? Ай, да ладно. Ну, тут как-то вот может. Вот так, да? Хорошо. Да ладно. Так где угодно она может быть, эта комната. И... Ну, и не хочу я ее искать. По случаю того, что мне неинтересно. Вот. Мы так пройдем, наверное. Босс, говорите? Ох ты. Ага. Отлично. Ё-моё. Чё, интересно, дадут? Пони или что-то другое? Ой-ой-ой-ой-ой, только что пёрышко не дали. Это отстой реальный. Пони дали. Пони получше будет, чем... Чем что? Чем перышко.
Ну, погодьте, мы... Ну, ладно, идем глянем, что тут дают. Тут вообще классную вещь дают. За 2 сердечка дают... Ну-ка, иди возьми. Косу дают. Коса это круто. Коса это вообще классно. Косу даже можно и взять. Но 2 сердечка, это, по-моему, перебор. Вот что будет. Кошмар какой-то. Зато всех задамажит моментально. Мы, правда, расстаемся со свечой, которая просто затащила нам игру. Ну, извини, свеча. То теперь мы можем летать. Летать. И делать... О! Такие она... вот эта коняшка производит чудеснейшие... Да классно. Ну, все, летать мы будем в следующем уровне. Полетели. Там столько вкусного. Сердечек, правда, мало. Ну, думаю, мы как-то справимся с этим. Будем делать упор на то, что наш персонаж, вот этот вот помощничек, будет жрать красные сердечки и получать... Мы будем получать за это серые сердечки. Ну, чё ты? Вылазь! Вылазь, чё? Свободен, чё? Сразу, наверное, ищем секретные комнаты. Чтобы потом не возвращаться. Нету. Ну, нету и нету. Идем вниз. Ай-яй-яй-яй, гадкие глаза. Блин, вот, вот это оно. Ну... Ненависть. Вот эти я ненавижу, вот эти глаза. Ужасно. Прекрасно. Но опять же, тут ничего нет. Ну, в смысле, про секретные комнаты я. Так, вот здесь. Здесь надо проверять. О! Батарейка. Что здесь, серьезно? Батарейка, это вот то, чего... То, что нужно ложить в секретную комнату. Батарейка. Да ладно. Ну, нет и нет. Ну, а вот и босс. Это у нас тут мамаша. Тут секретная комната, которую мы уже видели. Значит, где-то должна быть рядом секретная комната, которую мы еще не видели. Значит, где? Где-то вот тут. Или вообще черти где. Вот теперь бегай, ищи ее. Ну, может, это не так и важно. Так, а вот это если все взорвать, что будет? Эй, ты там. Подай нам серое сердечко. Паука подал. Ну, ну ладно, хотя бы это наш паук. Ух ты, опять. Комната с двумя ключами. Давайте поищем. Так, башка козла, берем. Троллибомба. Ага, сейчас. Еще одна. Спасибо. Пилюли. Range up и феромоны. А какая же пилюля повышает нам здоровье? Вот, может это? Эксплозивы, диарея и опять феромоны. А вот тут можно как бы пройти мимо мамаши и вот, вот так. И вот это вообще весело. Ведь за ту мамашу ничего не дадут. Я знаю. А мы срежем путь. Облом. Шиол. Ну давайте в шиоле шиолить. Что тут творится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Срезали так срезали. Капец. На ровном месте. Капец. Ужас. И чё? И всё.
его долго-то бить? Ух ты! Еще и отстреливается. Ух ты! Нам испортил прическу. Висельник. Вот спасибо за эту карту. Она нам вообще не нужна. У нас теперь свой полет есть. Вон. Опять монетки. Ну вот куда их девать-то? Почему нету дальше магазинов? Плохо, 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 плохо. Кто-то попал по нам? Ну, что будет-то? Как будет эффект выглядеть? Ну, честно говоря, нет. Не очень. Хоп. Ой-ой-ой, черти. Это черти. А, так мы уже их все. Мы-то их уже все. Они-то еще не поняли. Хоть одно серое сердечко. Вот что-то. А тут этого черного помощничка дождешься сердечек. О-о-о. Лазер. Ай-яй-яй. Ну или так. Ничего нет. Ой, хорошо. Хорошая комната. Больше вот таких милых комнат, где никого нет почти. Золотой сундук. И вот тут бой прямо. А чего терять-то? Ох ты, какой отстой. Серьезно, ну... Два монстра. Потому что один уже не штырит, а вот два, самое оно. И вот эту штуку я брать не буду, нет? Это ужасная вещь. Конечно, Локи. Ну, кто бы еще? Сомневался, Локи. Ну, хоть одного тоже. Вот. И второго также, чё? О, вот. Давай. Только не Боб. Давай, повышение здоровья. Это было бы классно. Например, ведерко жира, который повышает на... Ну ладно. Ведерко жира такое, знаешь, повышает на 2 сердечка. Ты же сможешь. Мы в тебя верим. Ключ это супер, конечно. Давай нам ведерко жира. Ой. Ну, красавчик, мы понимаем. Ну, только давай повышение здоровья. Руна что? Хагалас Дистракшн. Это та руна, которая разбивает все камни или черепа, или кувшины, что там есть. Так, опять ключ. Да ладно.
Обалдеть. Нет, ну можно, конечно, взять и попробовать что-то набить. Сколько... Ну, давайте. Деньжат-то хватает. Золотой ключ. Серое сердечко. Вот. Пилюля. Pretty Fly. Пускай будет. Еще одна Pretty Fly. Че выбить-то хочу? Вот еще пилюля. Tears Up. Ну хорошо. Усиление слез всегда классно. Белое сердечко. Ну, если сейчас еще одна выпадет, то классно. Ну, честно говоря, сомнение у меня, что она выпадет. Обалдеть. Стоп. Пропало сердечко. Все, что нажито, честным, непосильным трудом. Только денег потрачено. Ай-яй-яй-яй-яй. Игровой ты автомат, так сказать. Вот, хоть так. Продолжаем. Мало сердечек, понимаете? Я бы с радостью пошел дальше, но с этим не осилю точно. Хоть и защита в три мухи, это классная. Успел сожрать, нет? Все, эти пусть жрет и дает серые сердечки. Черные, отлично. Отлично, еще серые. Вот если набрать сейчас серых сердечек побольше, то можно идти и дальше. Так, это все собираем и попробуем. Ну ладно, пока походим дальше. А что за пилюля? Тоже Tears Up. Хорошо. Да, долго, но вот так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Отлично. Потеряли, что получили. Еще один. Да ладно. Тоже знал. Ну хоть ты-то дай повышение здоровья, а не отстой какой-то. Ого! Он паука нам влепил. Вообще бомба. Вообще бомба. Вот оно, повышение здоровья. Да ладно. Фух. Вывернулись. Может, тут секретная комната? Оказалось, нет. Ну вот и все. Жадность. Видали мы эту жадность? Вот такое будет и на нечистом. И надо будет как-то выиграть. Кто такой?
Ага, зеркальный помощник. Опять здрасте. Ну пусть будет. Секретная комната. Если есть, то она тут есть. А если нет, то нет. Лучше тут попробуем. А вот нету. О, звук. Секретная комната. Еще одна муха. Еще tears up. И еще tears up. И speed up. И tears up. А повышение здоровья? Ну вот нету. Секретные все. Секретные все пройдены. Босс. Как все? Одна только. Босс, походу, найден. Ну, идти его бить. Как-то так. Потом же еще Лэмбо бить. Если мы, конечно, забьем этого. Чудесно. Все свободны, все спасибо. Ну, давайте хагалас используем. Толку никакого. Окей. Сейчас гляну, там еще пару комнат было каких-то. Возможно, одна. Не одна. Ну, пару. Думаю, нечистым с ним как-то справимся. Все, отлично, двери открылись. А ну-ка, серое сердечко. Не дает. Злой. И тут нету. Да ладно. Где же эта гадская секретная комната? Так, это чей-то? Hanged Man. Спасибо, не надо. Тут мы вроде все обсмотрели. А слушай, тут глянем, что тут. Ага, нет, нет, это отстой. Долго, но идем. Идем бить босса. Пора уже ему показать, кто тут главный. Кто-то ж тут главный. Интересно, мамаша его растопчет или нет? Или может эту карту на Лэмбо оставить? Вот так. Свободен. Ну теперь от ног уворачиваться. Вот самое простое, по периметру двигаться так потихоньку и отстреливаться назад, куда будут попадать ноги. Уже все, довольно быстро. Ну и последний уровень. Лэмп. Что тут у нас дадут? Нам дадут что? Пауков? Да-да-да. Что еще? Еще пауков? Обалдеть. Троллейбомбу. Две, потому что одна это для нас мало. Окей. Конечно. Вот так мы до Лэмбо-то и не дойдем. Вот в чем проблема. Печаль, беда. Перекинул-то куда? Ой-ой-ой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Как круто. И кто еще? А, вот еще одна. Кого-то напоминает. А вот и жир. Ха-ха-ха. Жир-то классно. Смотрите, уже 7 сердечек. Это шанс на заявку, на удачное завершение. Но надо красных... Ух ты, это же тот самый
Лонг Дэдди, который батя. Батя-паукан. Да, вообще, на самом деле, это... Вот этот самый Лонг Лэг Дэдди, это по-нашему паук синокосит. Или косинож, как их называют. Вот это да, так по-ихнему называется. Ну, батя тоже прикольно. Что, граждане, хана? Полтора сердечка, ну, даже два. Этого мало. Крайне-крайне мало. Будем искать секретные комнаты. Вдруг там что-то полезное. Ой-ой-ой, все, мы тут... Это все. Нет, говорит, не все. Подожди. Ладно. Может, и не все. Ну, теперь точно все. Ух ты, 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 ух ты. Ладно, тут тоже еще не все. О. Такие нам дали даже серое сердечко. Ну что ж. Давайте попробуем. Сердечки, давай сердечки. Надо хотя бы штук 6 иметь, чтобы как-то противостоять Лэмбу. Ну, так, так себе прикидываю. Ну, во-первых, мы до него еще не дошли. Где он, поди ж пойми. Ой-ой-ой. Ну же, давай, давай, быстрее. Все. Окей. Ну, пошли наверх. 5 миллиард привидей, конечно. Но тут каждое касание это минус сердечко. Тихо, 2-2-2. О! Уже лучше. Уже чуток получше. Надо же успевать быстрее их съедать, чем наш помощник демонический. Дали что, не? Конечно, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это зло. Ух ты! Не, ну так-то нехорошо. Ребята, так вообще плохо. Оп. А вот так хорошо. Так вообще хорошо. Ух ты, забыл про лазер. Лазер, да. Сердечек не дали. Ну, как всегда. То может тут секретная комната? Ой. Ой, все. Ну что, 6 сердечек. 6 сердечек. Защита из мух и... Ну, давайте попробуем пробиться к Лэмбу. Ну, чуток его продамажили. Типа перышком. Типа продамажили. Да нам пофиг, у нас мухи. Получай, шахимат. Воу. Даже не потеряли среди, потому что защита из 3 мух. Круто. Окей. Ну, это мы уже видели. Тут все понятно. Я вот что думаю, зря я мамашу пропустил-то вторую. Потому что это не зачлось.
прохождение. Ну ладно, мамашу все равно придется еще проходить. Пусть так и будет. Да-да-да, пропал Айзек, все дела. И оказалось, а что оказалось? Теперь смотрим, кем это мы таким шли. Лазарусом. Не понял. А, Самсоном шли, господи, Лазарусом. И вот нам засчитало только нечистого и Лэмбо. Теперь придется еще раз проходить, чтобы мамашу пройти. Мамашное сердце, вернее. Да. Ну, ладно, и так хорошо. На харде так долго, тем не менее, получилось. Ура! Всем спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!